Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что заглянули. Прямо сейчас я нахожусь в магазине Fix Price, который находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Буквально каждый день полочки магазина пополняются классными, интересными товарами. Сегодня не исключение, нашла много чего интересного. Прямо сейчас все с вами посмотрим. Свечи чайные, ароматизированные, в упаковке 12 штук. Сама основа парафиновая, находится в алюминиевой подставке. Свечи между собой отличаются цветом и ароматом. В ассортименте есть лесные ягоды, нежный хлопок, индийский шафран, зеленый чай и ваниль. Изготовитель Китай, цена набора 77 рублей. Массажер для головы, или по-другому раньше он назывался мурашка. Мягко массирует кожу головы, способствуя общему расслаблению. Массажер улучшает кровообращение, стимулируя рост волос. Есть несколько вариантов использования, с обратной стороны есть подробная инструкция. Выполнен из стали и алюминия, сделан массажер в Китае, цена 99 рублей. Интересная и необычная новинка – магнитный маятник для принятия решений. Высота 22 сантиметра. Сделана конструкция из АБС-пластика, алюминия, стали и магнита. Если у вас есть какой-то вопрос и вы хотите найти ответ, необходимо этот вопрос задать и раскачать маятник. Всего 6 вариантов ответа – это да, нет, можно рискнуть, попробуйте еще раз, возможно, и спросить друга. Если хотите доверить решение вопроса судьбе, то раскачивайте маятник и получайте ответ на этот вопрос. Между собой маятники немного отличаются, надписи везде одинаковые, рисунок на основном поле разный. Производитель Китай, цена набора 249 рублей. Новая красивая серия расчесок для волос. У всех расчесок одинаковый дизайн, сверху как будто кошачья лапка. В этой серии есть массажка, она выполнена из полипропилена, АБС-пластика и термопластичной резины. На выбор 3 расцветки, это нежно-голубой, розовый и светло-сиреневый цвет. Еще одна расческа из этой серии похожа на брашинг. Удобно использовать во время сушки волос феном для придания объема у корней и для вытягивания волос. Также 3 цвета на выбор. И последняя расческа из этой же серии для придания объема у корней во время сушки волос. Сама расческа немного изогнута, так же как и предыдущие варианты, выполнены из АБС-пластика, полипропилена и термопластичной резины. Хорошее качество расчесок и расцветки тоже приятные и красивые. Несмотря на то, что расчески отличаются, все они стоят одинаково, цена за одну штуку 149 рублей. Кисти для макияжа в наборе 6 штук. Сюда входят две большие кисточки, которые подходят для пудры и румян. Три маленькие кисти, две из них подходят для нанесения теней и одна для губной помады. И последняя – это щеточка, расческа для ресниц и бровей. Сама кисть выполнена из пластика и алюминия, ворс искусственный, выполнен из нейлона. Сделаны кисти в Китае, цена набора 199 рублей. Носки и слитки женские, теплые. С обратной стороны есть специальные противоскользящие силиконовые вставки. Состав 86% полиамид, 13% полиэстер, 1% эластан. Размер универсальный, подходит на размер ноги с 35 по 38. Дизайны отличаются, все с мордочками, со зверятами. Сделаны носки в Китае, цена 99 рублей. На улице с каждым днем все холоднее, Fix Price уже вовсю готовится к зиме. В продаже начинает появляться большое количество шапок, перчаток и других зимних аксессуаров. Перчатки женские, необычные, двойные. Состоят из двух частей, это обычные перчатки и сверху вторая часть, как будто бы обрезанная варежка. Вот эта двойная часть верхняя, при желании ее можно снять и носить перчатки без нее, а если очень холодно, то надевать вот такой двойной вариант. Кстати, перчатки удобные, мягкие, абсолютно не колючие. Внешний слой выполнен из 100% акрила, внутренний сделан из акрила на 89%, 10% полиэстер, 1% эластан. В ассортименте 5 разных цветов, перчатки сделаны в Китае, цена 199 рублей. Следующая новинка для тех, кто не любит носить шапки, но при этом голова зимой все равно мерзнет. Это повязка на голову. Красиво, аккуратно сделана, повязка вязаная, состав 100% полиэстер. Повязка мягкая, удобная, мне кажется, отличный вариант для того, чтобы погулять или покататься на горке. Если шапку не любите, то прям повязка отлично заменит. Уши будут в тепле и голова тоже будет в тепле. Мне понравились два варианта, две расцветки. Не знаю, какую себе лучше выбрать. Думаю, между серым цветом и нежно-розовым. Темные цвета мне не подошли. Если не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой цвет мне больше подходит, какой цвет вам больше понравился. Отличная повязка. В ассортименте в этом Fix Price 5 цветов. Это серый, розовый, мятный, темно-синий и черный цвет. Производитель китайца на 149 рублей. Салфетки столовые, сервировочные, с новогодним декором.
В упаковке 20 штук, размер каждая 33 на 33 сантиметра. Изготовленные 100% целлюлозы. Кроме новогодних вариантов, есть еще вот эти два с днем рождения. Цена за упаковку салфеток 55 рублей. Новинка в новогоднем отделе называется «Набор для выращивания. Вырасти новогоднюю ель». Все необходимое уже есть внутри. Это бумажный стакан, торфяные таблетки 3 штуки и семена ели. Скажу сразу, в том году мы пытались что-то вырастить, но у нас ничего не получилось, к сожалению. А так, идея интересная. Если вы тоже выращивали уже такую елочку, делитесь своими результатами в комментариях. Стоит она 99 рублей. Шпиль на елку стеклянный, длина 25 сантиметров. Отличаются расцветками, еще бывают матовые и глянцевые. Купить такую макушку на елку можно за 199 рублей. Очень красивая подвесная декорация, сделана в виде оленя. Олень как будто бы хрустальный, причем он не маленький. Веревочка для подвешивания уже идет в комплекте. Шикарный красивый олень, выполнен он из акрила и стоит 99 рублей. Кстати, кроме оленя привезли вот такую птичку еще, но она непрозрачная, она светло-зеленого цвета, тоже сделана из акрила. Я себе обязательно возьму такого оленя, он очень красивый. Стоит такая игрушка 99 рублей. Новогодний набор для оформления подарков. Сюда входит лента и 7 красивых бантиков разных цветов, они уже в комплекте с двусторонним скотчем. Наборы между собой отличаются, в ассортименте 3 варианта. Цена 77 рублей. Пакет подарочный, размер 17 на 22 сантиметра. Очень необычная ручка, сам пакет выполнен из бумаги. Сделан в Китае, цена 50 рублей. Деревянный конверт для денег. Интересное необычное оформление для тех, кто на Новый год решит поздравить купюрами. Вот так открывается конверт. Сделан он из ЛХДФ и картона. Размер 18 на 10 сантиметров. Интересный формат открытки, мне кажется, было бы здорово, если бы не только с Новым годом, но и с днем рождения были такие конвертики. Кстати, сделаны они в России, изготовитель город Москва, и цена 99 рублей. Красивая, классная новинка в новогодней серии. Это домик, называется «Снежное кружево». Размер домика 10 на 10 сантиметров. Это не просто декорация, это домик еще светильник. Работает от батареек, они уже в комплекте. Светит не очень ярко, световой поток 7 люминов. Свет теплый белый. Само качество исполнения хорошее, сделан этот домик из доломита. Срок службы светодиода, гарантированный производителем, 100 тысяч часов. Это очень много, не знаю, насколько это правда. В ассортименте домики отличаются 3 варианта на выбор. Цена 299 рублей. Красивая новогодняя декорация, елочная веточка, длина 60 сантиметров. Красивые иголочки, похожи на настоящие, украшены шишками, красными ягодами и посередине бантиком. Качество исполнения мне понравилось, веточки немного отличаются, нужно повыбирать, найти ту, которая будет самая пушистая и объемная. В ассортименте с белыми и красными ягодами стоит такая ветка 299 рублей. Кашпо для цветочного горшка, размер 15 на 15 сантиметров. Кашпо плетеное, состав бамбук. Идеально подходит для создания икебаны букетов, а также можно использовать для рукоделия и творчества, создавая оригинальные композиции. Сделано кашпо аккуратно, производитель Китай, цена 199 рублей. Часы настольные, фигурные. Вот так выглядят с обратной стороны, работают от одной батарейки, в комплект она не входит. Корпус выполнен из АБС пластика, полистирола и стали. Про будильник здесь не указано, но скорее всего будильника нет. Также в комплекте идет инструкция. Срок службы, который гарантирует производитель, 1 год. В ассортименте есть пингвины, медведи и совы. Стоимость будильника 299 рублей. Новинка в отделе праздника – квест в конвертике. С таким квестом в конверте можно превратить любой праздник в настоящее приключение. Я такой набор в фикс-прайсе покупала старшему ребенку на день рождения. Мы с помощью этого набора прятали подарок. Внутри есть все необходимое. Нужно открыть набор, прочитать инструкцию, разложить пазлы и конвертики, как написано в таблице, и спрятать подарок. Ребенок будет выполнять задание, искать свой подарок, и в итоге потратить на это какое-то время. Это очень интересно, захватывающе и надолго запомнить имениннику. Поверьте, найти подарок гораздо интереснее, чем просто получить его в руки. Это настоящее приключение. Наборы есть на разную тематику, стоят они недорого. Прям рекомендую, купите, не пожалеете. Цена 99 рублей. Картины из пайеток от торговой марки Лори. Этот набор для творчества подходит для малышей возрастом от 4 лет. В этой серии много разных наборов, всего 8 вариантов. Сделан набор в России. Цена 99 рублей.
Еще один набор для творчества называется «Пластилиновая живопись для маленьких пальчиков». В набор входит 3 карточки и несколько цветов пластилина. Необходимо из пластилина скатать небольшие шарики по размеру, равные примерно половине диаметра кружка, изображенного на основе, и размещать эти шарики на картине в нужном месте согласно цветовой схеме. Мне кажется, этот набор подойдет для маленьких деток, даже меньше 3 лет. Такой набор развивает внимание, мелкую моторику рук и усидчивость. Как и предыдущий, этот набор тоже сделан в России, стоит он 99 рублей. В скором времени многие начнут менять колеса на автомобиле летние на зимние, и пакеты для шин, следующей новинкой, будет весьма актуальна. В упаковке 4 пакета размером 1 м на 94 см, выполнены из полиэтилена низкого давления. Изготовитель Россия, город Самара. Цена за 4 пакета 55 рублей. Скребок для чистки автомобиля от снега и льда. Сам скребок двойной, выполнен из АБС-пластика. На ручке есть вставка из ЭВА. Цвета в ассортименте. Сделан скребок в Китае, цена 77 рублей. Стакан с трубочкой и крышкой. Выполнен из пластика полипропилена. Есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов. Объем 700 мл. А еще у этого стакана есть одна особенность. Когда стакан наполняется холодным напитком, то он меняет цвет. Кстати, отметку о том, что стакан можно использовать для горячего, я не нашла. Поэтому, скорее всего, подходит только для холодных напитков. 3 цвета в ассортименте. Сделан стакан в Китае. Цена 149 рублей. Форма овальная, с ручками. Выполнен из боросиликатного стекла. Универсальный объем. Удобные ручки по бокам. Термостойкое стекло. Выдерживает температуру максимальную плюс 220 градусов. Сделано в Китае. Цена 249 рублей. Также есть форма размером поменьше, объемом 760 и 800 мл, квадратная и круглая. Их я показывала в прошлом видео, они стоят 149 рублей. Кроме форм для запекания, также в Фикспрайсе появилась целая новая коллекция стеклянных банок с бамбуковыми крышками для организации хранения сыпучих продуктов на кухне. Всю эту коллекцию я показала в прошлом видео, если вдруг пропустили, хотите посмотреть, то ссылку на этот обзор оставлю обязательно в описании. Все еще продолжают появляться новинки серии Loft. Это набор емкостей для специй. В набор входят 2 баночки объемом 160 мл. Сами они выполнены из стекла, а крышка сделана из пластика полипропилена. Сверху на крышке 2 отверстия. Одно это большое, и второе это маленькие дырочки. Отлично подойдет для соли или для черного молотого перца. Сделаны емкости в Китае. Цена набора 77 рублей. Открывалка сделана из нержавеющей стали, ручка выполнена из полипропилена. Не знаю, насколько хорошо будет справляться со своей задачей, стоит она 55 рублей. Чай «Принцесса Нури» в пакетиках, упаковки 50 штук. В ассортименте есть Эрл Грей и цейлонский отборный чай. Цена за 50 пакетиков 55 рублей. Кофе «Черная карта» в большой упаковке, в зернах, масса 500 грамм. Цена 249 рублей. Кофе молотый, черная карта, темная обжарка, крепкий, насыщенный вкус. Заваривать можно в турке или прямо в чашке. Масса 250 грамм, цена 99 рублей. Снова в продаже появился напиток растворимый шиповник Fitoline, масса 80 грамм. Цена 77 рублей, если у вас есть карта Fix Price, шиповник обойдется вам в 65 рублей. На сегодня это все. Спасибо, что провели это время со мной. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!